Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковочка, очередные посылочки с сайта AliExpress. Здесь поясная сумка. Но, честно сказать, я не знаю, от кого она пришла. Давайте смотреть. Открываем, друзья, смотрим. Ну, я ее уже вскрыл вчера. Думал, что это за посылка? От кого? Буду связываться с продавцами и смотреть, искать. Вот такая сумочка поясная. Здесь я вижу отверстие для наушников. Видно, да? Здесь под молнией одно отделение всего. Вот. И здесь вот отделение одно. Материал такой тянется. Сумка поясная. Ну ладно. Пригодится, как говорится. В хозяйстве все пригодится. Сейчас я примерю и посмотрим, как смотрится. Вот такой ремешочек. Сумочка на замочке. Вот таким макаром. С какой стороны удобно ставим. Сюда телефон. Просовываем наушники. И слушаем музыку. Два отделения всего лишь нацело. Ну ладно. И здесь такое отделение. Вот, ремешок регулируется. Я сейчас его немножко ослабил. Можно сделать потуже. Можно его ослабить. Вот. На таком вот замочке. Ну ничего. Будем думать, искать, кто прислал мне эту сумку. Заказа никакого не было. Ну, классная сумочка. Найду, ссылочку оставлю под видео в описании. Может, кому-то и понадобится такая сумка. Сейчас не могу сказать, сколько стоит. Короче, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам. Пока.